Бригады муниципального предприятия «Водосток» ежедневно объезжают город, чистят забитые стоки. По словам работников предприятия, они реагируют на каждый звонок. По необходимости к месту аварии вызывают спецтехнику, которая может промывать систему и выкачивать из нее илистые отложения. Поначалу, когда мы только начинали работать, было очень много ложных вызовов. Когда приезжали, дворники сметают всю листву в ливневку, пару листиков убрал, все, ливневка очистилась и все это рабочее. Сегодня от осадков особенно страдают жители Адлерского района. Там продолжаются работы по уборке мусора из коллектора на улице Просвещения. А на следующей неделе в Водостоке планируют всерьез заняться устранением засоров дождевой канализации Дагомыса. Там есть проблемные участки. На одном из них, например, коллектор забился более чем на 150 метров и нуждается в срочной расчистке.